Ребята, всем привет, с вами Александр, у меня сегодня что, суббота, да, тут собираются эпические монолафозаврики, но у нас есть вот такая вот башенька, и в этой башеньке нам нужно будет провести 4 боя. Так, 8, 9, 10, так, что нам тут пишет? Ваши противники, команда из животных, способных усиливать свои способности, вам помогут, которые наносят большой урон и уменьшают урон, и снимают положительные эффекты. В общем-то, понятия не имею. Возьму вот просто вот таких вот. Так, давайте возьмем, начинаем с самых слабеньких. А, спинича сейчас попробуем, да, ну просто он эпический, давно его не видели. Почему бы им не подраться? У нас, кстати, ночная арена с мостиком, все отлично. Так, у спинича у нас есть кровотечение. Кентрозавра взял. Блин, он много куда идет. Нужно много-много этих кентрозавров ловить. Ирритатор против Барионикса. Родичи на арене. Ой, какой крохотный Барионикс. Давайте кровотечение. Я знаю. Просто так интересно. Здесь у нас задача не победить. Мы и так победим. Здесь задача наша. Просто поразвлекаться. Неплохо так. Ну, в принципе, нам не нужно его добивать. Так, а у него удар сейчас будет, да? Удар замена. Ой, с критом? А что это так ты? Вот тут шанс крита 20%, то есть тебе повезло. Усилил себя, но это тебе не понадобится. Блин, такой он крохотный против спинозавра. 19 хелсов осталось, обидно получилось. Но они более шустрые, Барионикса. Скорость 122, так не такой-то уж и медленный спинозавр. Ну давайте я подменюсь. Замедляющая замена, это прекрасно. То есть мы практически всегда ходим первым. А почему он проходил-то, если... Мы получили преимущество в скорости. А у него был одинарный урон. Так, ладно. Что есть у нас? Ну, полтора урона давайте. Ах ты гад-то такой. Еще и максимальная контратака у нас хорошая. Только стоило, наверное, ударить вот этим. Но мы уже не успеем. Кентрозавр, вернись, я все прощу. Так, давай гриппозуха. Я, кстати, их много наловил. Запретим ему замену. Крит на косарик. Так, вернулся недобитый Ирритатор. Так, а Гриппич, у тебя какой удар? Ой, очень слабый удар. Но шанс крита какой? 20? А мы два раза крит выдали. Неплохо. Щелкает зубами, блин, прям как настоящий крокодил. Так, ну мчимся дальше. Вот такие вот у нас ребята. Вот так, вот так, вот так, вот так. И... Хочу крыску свою, волосатую. Крысёныш. Иммунитета нет. Оу.
почти съел. Ну, это получается обычный удар. 963. Нет. Насколько я снизил ему урон? На 50. Странный у него удар получился. Слишком сильный. Так, замена с ударом. Люблю кровотечение. А он окочурится? Да! Прикольно получилось. Давай, пока тебя возьмем. У нас есть броня. И следующий удар будет очень сильный. Пусть будет обычный, этого должно хватить. Так, очищение. Ну, главное, чтобы с нас положительный эффект не был снят. Пробьет? Да, пробьет у него, скорее всего, сильный удар. Пластиметрадон против пастозуха. У нас удар такой же, но чуток помощнее. Давайте нам нашу награду. И пастиметрадончика дали. Так, пойдем-ка дальше. Так, так, так. Ну, пусть будет так. Противники уже 12 левела. Давай начнем с него. Парализатор наш ходячий. Так, ой, по костарю сейчас будут бить. Такой жирнючий, мне носорога напоминает. Паралич. Так, это он ударит, а теперь я его должен парализовать. Может, еще разок? Еще разок вообще. Блин, да, 12-й капразух как неплохо пробивает синоцератопса. Так, у нас опережающий уже готов. Так, ну этот сейчас будет усиление себе использовать. Так что синоцератопс еще может немножко пожить. Ну его уже пора бы и подменить, ну либо похоронить. О, ну он решил использовать удар обычный, ну ладно. Ну и ладно. Пастиметрадон. И пробивай его. Сожри его полностью. Двушечка. Неплохо.
больно. Да, целая 1000. Но мы таки его добили. Так, ну в следующем бою нужно Горгазуха испробовать. Итак, давайте возьмем тебя и тебя. Кстати, неплохо начинать с Синоцератопса. Он удар выдержит, а второй удар у него уже паралич. У них никаких ударов а-ля паралич там нет. Так что можно, в принципе, атаковать. А какая у нас броня? 25%. Так, сейчас нам еще чуть-чуть попадет. Ох, не сработал паралич. Но он слабенький. Давай, паралич, я в тебя верю. Есть паралич. Ну, тогда уж добивай его. Так, ну может еще сможем использовать опережающий паралич. Если сработает, то я даже подменюсь. Не сработало, ну значит тебе не повезло. Давайте сменимся на Горгазуха. Так, у него же иммунитета нету, да? Нету иммунитета. Так, что это у нас? Очищает себя 1,5 урона. Это просто дает бонус. Очень похожие удары, да? Как амфибия. 1194. Так, появился кусючий пастозух. Черт, он быстрее нас. Сколько у него? 126, ни хер на себе. А у нас всего лишь 120. И походу он нас пробивает. Да, вот так вот, да? Казалось бы, 15-й Горгазух. Крысёныш, 126, ну ничего себе. И кровотечение. Было больно. Ну, обошлись без поражений, конечно. Ну, и я не подбирал специальный контрастчик. Здесь бы рапторы всевозможные хорошо зашли. Ну, тут же даже мономим какой-то мог бы что-то тут попытаться сделать. Три косаря Ирритатора и 254 пастозуха и Ирритатор снова. Вот такие вот дела. Так, еще там нам нужно собрать наборчик. Вот такие вот дела, ребята. И сколько нам нужно? 4500, блин, а 10% дают. Один день, я думаю, 50 баксов я успею насобирать, ребята, и я вот этот набор получу. Еще почти 2 дня осталось. На этом, ребятки, с вами прощаюсь. До скорых встреч.